Всем доброе утро. У нас утро вторника. И мы идем в садик. Да, Маришенька? Прохладно с утра. Да, Тайсон, доброе утро. Ты тоже со всеми, да, здороваешься? Да, ты моя умница. Да, ты моя умница, здороваешься. Ладно, всем хорошего дня. Всем добрый день, дорогие друзья. Смотрите, как у меня интересно волосы, как будто милирование сделали. Хотя не делала. Вот эта вот фиолетовая штука вот так вот делает волосы. Как будто милирование. Вообще классно. Мне сегодня девушку знакомую встретила. Она говорит, ты что, милирование сделал? Я говорю, да вроде бы нет. Ничего не делала. В целом, съездили мы со Светой в школу, хотел сказать, в город. Заходили в Фикс Прайс. Потихоньку я дальше продолжаю покупать ко школе. Ну, до этого еще покупала, но не показывала. В целом, что взяла? Тетрадь. Такая тетрадь. Короче, тетрадь я потихоньку набираю. Так как у меня учеников много, я потихоньку беру. И одна вот такая вот с кольцами. Свет сказала, ей для какого-то предмета там нужно будет в школе. Потом дальше цветной картон взяла и цветную бумагу. Света на... Туда в шкаф, вниз все это убирать. Так, подожди, тут еще школьная есть. Потом дальше гуашь купила. Подожди, еще не все. Да, и пластилинка в школе купила, надо будет. Все, теперь все школьное. Так, дальше зашла, купила свой любимый чай. Так, а это что тут у меня выпало? Все зубочистки выпали. Еще одна пачка чая. Пакетики для заморозки. Ну, это не буду говорить, что. Контейнер вот такой надо для приправы. Взяла один на пробу. Потом вот такой какой-то согревающий малина чай один взяла на пробу. Фикс-прайсе опять такой же чай. Потом чеснок сушеный. Вот такую вот штуку мы взяли на пробу. Какая-то зефир. Какой-то коктейль, кремовый зефир. И зубочистки. Ну, зубочистки у меня все рассыпались. Вот в такой баночке. Зубочистки, надо все их собирать. Оксаночка, тебе сейчас будет задание. Вот эти вот все зубочисточки аккуратно составить в баночку. Да? Сейчас, подожди, все скажу. Дальше. Также брали питье. Так, это меня просили заказать, это не то. Вот такие вот контейнеры, как я себе заказывала, меня попросили заказать, я их снова заказала. Так, здесь кофты чисто наши, да, лежат? Да, кофты я убираю. Также муж попросил купить, он там кому-то хочет подарить птичье молоко. И вот еще на развес тоже ему. Это убери на улицу в холодильник. Да, кому-то он дарит, а маме не дарит. Сейчас все скажете, я знаю. Дальше гречневую крупу пачечку взяла. И две пачечки рисовой крупы взяла. Вот такие вот в целом все покупки. Завтра опять не будет воды, поэтому сегодня будем готовить, кушать. Причем готовить надо будет много, чтобы на весь день хватило, так как в тот раз нам не хватило воды на весь день. И придется водой запасаться еще больше, чем было. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у нас был покупки вот такие. Ничего эти дни не снимала. Вообще ничего не снимала. Поэтому вот так вот. Ладно, всем хорошего дня. На улице погода просто замечательная. Пойду я в овощной. Мне надо кое-что купить. И потом будем готовить. Вот такие вот дела. Дорогие друзья, сходила я в овощной магазин. Сегодня буду снимать обзор на сушилку, которую вы увидите позже. Для этого что я купила? Киви. Купила персики. Купила один апельсин. Расскажу позже для чего. Груши.
раньше купила бананов. Целую кучу. Также зашла в магазин, взяла, ну там же в обычном магазине, взяла огурчиков домой и помидорчиков. Да, ребят, своих огурцов у меня еще нет. Также купила нектаринчики и яблочки. Вот такие вот в целом все мои покупки. И сейчас, сегодня, знаете, когда мы в город со Света поехали, к нам приходила подписчица. Она сама пермская, приехала сюда просто в гости, я не буду говорить кто что. Ну вот в целом, принесла она деткам радость. Сейчас я ее вам покажу, что за радость. Дорогие друзья, вот такой вот сегодня нам передали пакет. Огромный, за что огромное спасибо. А сейчас мы посмотрим, что же в этом пакете. Доставай. Ого, а тут еще и разные. А давай высыпем. Высыпай, Егор. Конфеты, целая куча. Причем, ребята, разных. Смотрите, всяких. А там, о, еще конфеты, смотри, Ванечка, смотри конфетки, иди бери конфетку. Не хочешь это есть? Ну, хорошо, он не хочет свою эту есть, сказал, вот это будет смотреть. Смотрите, берите конфетку, смотрите, вам сколько подписчики привезли. Огромное хочу сказать им спасибо, дай бог им крепкого здоровья. Желаю всего-всего самого хорошего, крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого хорошего. Спасибо вам большое за такую радость, детям. Егор решил выложить, посмотреть, какие есть, да? Ну, вот такие, которые более такие. Ну, вот такие вот сюрприз дети сегодня получили. У нас вечер, и я готовлю ужин. Хочу попробовать вот такие вот макароны отварить. Лапша это. Лапша домашняя, лагманная. Я ее в Соликамске, вчера ездила в Соликамск и купила там. Две пачки таких. Вот сегодня одну сварю, попробуем, что за штука. Если понравится, потом еще такие наберу. Они вот в этой пачке 1 килограмм, ребят. Реально, 1 килограмм. Вот смотрите, какая она большая. И посмотрим, что получится. Я тут, мы с Машенькой палочников кормили. Видео на ее новом канале, на канале «Жизнь с домашними животными» скоро увидите. Поэтому проходите туда по ссылочке в описании и смотрите. Так, ну-ка пусти меня, пожалуйста. Палочники не дают поставить малину в контейнер. Так, ты, дружок, тут хорошо кушаешь. Давай я как-то тебя прикрою. А то мне вас надо уже закрыть, вы уже поболели, хватит. В каком контейнере они у нас живут, который вы видели, мы недавно покупали. А наклейки все поотрывать, эти Маши стоят, пускай отрывает, сидит. Видео на ее канале скоро будет, поэтому проходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Дорогие друзья, жарю лук на новой сковородочке. Вообще хорошая сковородка, поэтому спасибо моей подписчице, которая также помогла мне. Такой же фирмы найти глубокую и хорошенькую сковородочку. Вообще спасибо огромное. И то, что вы мне ссылки кидаете на какие-нибудь товары, которые можно купить хорошего качества. Потому что я в этом как-то не разбираюсь, а вы мне помогаете. Огромное вам здоровье желаю. Приготовили мы ужин. Сегодня ужин у нас лагманные макароны, которые испробовала. Но, в принципе, неплохие. И свинина с луком обжаренная, очень вкусная. И также салатик. Видите, нарезала на овощерезки огурцы. Но вот помидоры, конечно, на этой овощерезке не порежешь. Но огурцы очень классные. Соломка, как я люблю мелкие огурчики. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, у нас дети делят всем фрукты, всем понемножку. И вот, уже разделили. У нас сегодня воды не было, поэтому ведро стоит вот так. Ну, вот так вот они еще не до конца разделили. А тут у меня сушатся фрукты. Обзор на это будет скоро уже. Вот. Или вы уже посмотрели, может, обзор. Потому что я, скорее всего, раньше выпущу. Ну, вот так вот. Детям сладкий стол, да, фрукты. А тут фруктовые чипсы. Я вот сейчас приоткрою, вам покажу. Катя, подожди, отойди, пожалуйста. Эти фруктовые чипсы детям делаются. Так что... Вкусняшки! У нас уже вечер, и мы решили на ужин сегодня приготовить пельмени. Ничего не хотим варить. Решили облениться. Мы же и так ленивые, вы пишете постоянно.
Короче, купили вот такие вот пельмени фроловские и иркутские. И готовим кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы варим, продолжаем.